Ну, раз ты упомянула, я пришел к выводу, что... Нет, стойте. Я готова за него бороться. Всей душой. Тогда объясни, почему ты нарушила клятву? Потому порой мне иногда мы начинаем ценить что-то, когда рискуем потерять. Когда мне сообщили о лавине и о возможности того, что Чарльз... Не могу выговорить. В эту секунду меня пронзила пустота от возможной потери. И в первый раз я осознала, что причиняла тебе страшную боль, как и ты мне. И все показалось таким бессмысленным, нелепым. Ты понимаешь, что требуется для устойчивого брака? Главное – уважать своего партнера, закрывать глаза на недостатки, прийти к взаимным соглашениям, уважать свободу друг друга и соблюдать совсем несложные правила. Я готова на любые условия. Я на все пойду. Я хочу тебе сказать... Что мне жаль. Прости меня за все. Хорошо. Так значит, все? Что? А мне не дадут слова? А что тут говорить? Все уже сказано.